на тему на канале Алекс и Николь, Чет Снирса. Ну и вот оно. Здравствуйте, вы на канале Алекс и Николь. Сегодня у меня день рождения, 8 ноября, все-таки. Просыпаюсь я, и мама мне дарит вот такую коробищу. Да, сейчас будем ее открывать. Здесь написано стекло, и я даже не знаю, что там лежит. Ну, не могу предположить. Поэтому открываем быстрее. Мне очень интересно, что там лежит. Дед Мороз. Ну, это походу на Новый год, да? Да? Ну, это тоже. Так, это чашка с сердечком. Фонарики, типа, на свечку вкладывать. Еще один такой же фонарик. Пахнет отсюда не очень. А, такая штука у нас уже была. Ее на стол кладешь. И красиво. Это приклеилось, конечно. Так. Ну, это шарики какие-то на елку. Либо, ну, я не знаю, возможно, там чай внутри, потому что они такие половинчатые. Это, кстати, все из Икеи. Его говорит плавно, ну что? Здесь ничего не понятно. Потом фонарик какой-то. Вот такие тарелочки. Ну, тарелочка, а здесь еще просто. Я не буду распаковывать. Такая же, но там какой-то рисунок. Там, возможно, мама, когда распакует их, в видео ставит. Ну, за что они это так запаковали? Что это? Шарик, внутри сидит кто-то, либо лис, либо какой-то муравей, либо вообще муравьи от грибов. Салфетки. Это, видимо, тоже на елку.
снегири. А, это маленькие елочки. Они, кстати, железные. Короны, они тоже железные. Блин, я думала, кого-то украшения. Короче, у нас будет елка в стиле каком-то американском. Подвесочки такие на елке. Свечки. Кстати, все в одном стиле, в красном. Горошек. А, это... Как они? Что-то вроде как нитки, только они... Ну, в общем, берешь, и если у тебя от шарика оторвалась вот эта ниточка, ну, которая висит на елке, то вот можешь взять отсюда и... Не важно. Опять салфетки. Вот опять же с этим жучком. Не знаю, что это. Может, типа как коробочка для подарков. Ее там, да? Ну что-то меня напрягает, то, что они такие маленькие. Тут лежит еще одна большая штучка. Не знаю, что это. Но она в такой пленке, я ее не Мама распаковала его. Это вот такой фонарик. Сюда ставится свечка. И типа вот так закрываешь и красиво. И, кстати, у меня во втором классе, у нас в самом классе стояла такая же тоже подсвечница, но только другого немного типа. Вот. И мы выходили там в какой-то день, особенно в неделю, один раз. И вставали около доски и говорили свое желание, чтобы вы хотели, чтобы оно сбылось. И там, кстати, свечка была. А, ну вот, для чего ты взяла так много свечек. Либо это скатерть, либо это какой-нибудь ковер. Скорее всего, скатерть, потому что... Ну что-то не похоже на салфетки. Что это? Это конфетные мешочки такие. Для салфеток держатель, как во всех кафе, такие вот ставишь вот так на стол и туда салфетки. Красиво. Вот эти. Так, еще одни вот такие штучки. Он опять мне портфель моет. Я не знаю, что это такое.
лампочки в виде свечки. Это электронные, 21 век все-таки. А это старинные. И еще одни свечки. Это что? Это полотенце. Да. Здесь, по-моему, его два. Типа вот такое с разлинованными линиями и просто обычный. Без всяких рисунков. Да что ж ты там валишься? Ладно, давайте вот покажу вот это. Да я не знаю, тарелочки какие-то, видимо. Что ты все облизываешь? Только повернулся на меня. Поднос. Кстати, он маленький такой-то. И пластмассовый. Это так красиво выглядеть будет у меня в комнате. Блин, я разорву. Черт. Подставка. Ну иди, зрителям не видно будет. Еле как разобрались с мамой, как открывать. Хотя вы, кстати, наверное, по картинке могли уже догадаться, что это. Давай. В общем, объясню. Это вот такие, вот такая гирлянда, которую вот этими штуками сделаешь. Звездочки вот такие крепежные и вот подвешиваешь на саму штучку и здесь вот эти светильнички должны светиться. О, кстати, смотрите, как в айфоновском. Так, ладно. Здесь я уже вижу, что это. А, вот уже. Не смотрите. Стаканы. Вот дамочка. А, ну там везде такие мышки. Нет, нет, зайчики с подарочками на подносе. Последняя штучка. Видимо, это еще одна тарелка. Открой. В общем, вот эту тарелку мы распаковали. Вообще их три. В общем, вот я вот эту показывала, я не поняла, что это. Ну вот чай там. Уйди. Салата здесь еще нету, так что можешь не облизывать. В общем, мама сказала, что это сахарница в виде желуди. Вот. И еще вот тарелка, которую мы сейчас распаковали, тоже в виде желуди. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!
Чё, да ты снимаешь? С днём рождения, мышка! От мамы, от папы, от Саши, от деды Вовы с бабой Людой и от бабы Оли с дедой Сережей. Тебе такой подарочек. Дай поцелую-то. Что там? Не покажу моё. Моё не покажу. Чай-то. Тю-тюшечки, тю-тю. Чай-то. Приступ тяжности. Открывай, конечно. Смотри. Что такое? Это коробка, мы распаковали. Это откуда у нас такой? Это мама заказала там, типа, на Новый год. Кто? Вон, на Новый год все там. А, ну, понятно. Ну, там надо это... Ну-ка, стой. Are you happy? Нет, если там будут лежать конфеты. Ну, пакетик Рестор был. Бабушка. Ну, иди. Быстрее. Как ее взять? А здесь нет язычка. Спокойно. А, вот, вот. А они, надеюсь, заряжены, да? Кстати, там говорилось, ну, я уже все видео пересмотрела. Там, типа, ничего. Здесь кнопочка есть. А, с другой стороны открывает. Подожди. Нет, а, нет. Они у меня! Они у меня! Подожди. Там типа... Сейчас. Во-во-во, видишь? Новые технологии. У них 79%. А у этого, как это, ну, у этой штучки 71. Сейчас послушаем. Маленькие, маленькие. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Так. Ну, здесь... Кстати, я знаю то, что когда вот так нажимаешь... Сейчас. Ну. Значит, на другую, может. Вот, видишь? Смотри. Да, блин. Вот, я тыкаю... Сири. И еще что-то там было. Не помню, что. А, ну вот это то, что... Ну, короче, все, это все фишки. Жалко, что не сделали на наушниках, типа, погромче, чтобы на телефоне не делать. Но так тоже нормально. Телека. Пылю беру. Кстати, там есть еще всякие разные чехлы на них. Типа прям, да, вот на вот эти штучки, на сами штуки. Чтобы они там не покорябались. Мою.
здесь. Интересно, есть это? Где мои стикеры? Стикеры. Так.